В Армении парламентская оппозиция, согласно своему обещанию, будет бойкотировать работу стартующей 12 сентября сессии Национального собрания, во всяком случае, первых ее заседаний. Как пишет местная газета «Грапарак», фракции «Армения и честь имею» именно 12 сентября намерены организовать круглый стол на тему сложившейся в стране ситуации, вопросов безопасности, реальная повестка Армении, вызовы безопасности, и пригласили на это мероприятие экспертов. Согласно сообщению, этот формат обсуждений будет периодически, возможно, параллельным парламентским заседанием. Первое заседание откроется под звуки государственного гимна, как при открытии и закрытии сессии парламента, пишет газета. Кроме того, армянская оппозиция заявила, что будет продолжать уличную борьбу до устранения действующей власти из политической жизни страны. По словам главы партии «Возрождающаяся Армения», члена фракции Кочеряна Армения Ваги Акопяна, оппозиция примет участие в заседаниях парламента в нескольких случаях, когда возникнет необходимость выразить общую позицию, используя трибуну Национального собрания Армении. Также оппозиция собирается выступать в части заявлений Национального собрания в брифингах в воскресном эфире Первого канала. Депутаты планируют вернуться в парламент для продвижения собственных инициатив и собрать внеочередные заседания. Акопян пообещал, что блок Армения будет проявлять намного большую активность, чем это было раньше. А в рамках внепарламентской деятельности оппозиция инициирует парламент на улице.